Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас у меня на кухне. Вот у меня уже начался процесс. Я отварила картофель до готовности. Он у меня еще теплый. Не горячий, но теплый. Очищаем, удаляем все ненужное. Картошка с селедкой с маринованным лучком. Что может быть вкуснее? Но сегодня мы приготовим из простых продуктов очень оригинальную, красивую, я не побоюсь этого слова, праздничную закуску. Так, чистим картошку. Вам уже видно, я подготовила все следующие ингредиенты. Так, зеленый лук для украшения. Также я замариновала одну луковицу. Вот здесь у меня луковица, нарезанная полукольцами. Добавлено соль, сахар, масло растительное, или сок лимона, или уксуса немножко. И 15 минут назад я замариновала, чтобы лучок стал мягким. Можно просто кипятком обдать, но мне этот вариант больше нравится. Кислота придает нашему маринаду неповторимый вкус. Все, мне уже заканчивается. Так, теперь нам надо картошку разрезать вдоль и немножко удалить сердцевину. Так, вот видите, это не годится. Убираем. Вот я тут приготовила такие инструменты, чтобы нам было удобно. Вот видите, нам надо удалить. Не до конца. И ложим вот сюда. Так, следующую. Чтобы получилась красивая такая лодочка. Почему картошка должна быть теплая? Она впитывает тогда все вкусы и ароматы. Когда я варю картофель мундире, я всегда добавляю немножко соли. Она тогда получается более ароматная и не разваривается. Но сегодня мне, так как бы сказать, повезло или не повезло, картошка очень рассыпчатая. Сейчас, значит, убираем. Так, этого нам пока хватит. Если что, у нас еще одна осталась картошка. Так, это пока убираем. Так, вот наша картошечка. Добавляем сюда. Укроп. И немножко растительного масла или оливкового. Специи. Любые ваши любимые специи для картофеля. Потому что, видите, для чего нам нужен был теплый картофель. Сейчас она впитывает в себя все ароматы. Пока у нас картошечка маринуется, мы ее укропчиком натерли. Пока картошечка маринуется, мы приготовим нашу начинку. Здесь у меня, как я уже сказала, маринованная луковичка. Сюда добавляем селедку. У нас цедить, чтобы не попало много масла. Я ее уже нарезала мелким кубиком.
Перемешиваем. Можно еще добавить лука, чтобы у меня. Так, я приготовила такую тарелочку для подачи. Так, наши маринованные лодочки. И заполняем нашей смесью. Так, мне надо... Смотрите на эту красоту. Красиво, вкусно и ароматно. И немножко зеленого лука. Пять минут, и посмотрите, какое великолепное блюдо у нас готово. Красиво, вкусно, ароматно. Так и хочется взять эту лодочку и скушать. Приятного аппетита!